Продолжаем, к другим темам переходим. Глава банка «Интеркоммерс» Александр Бугаевский объявлен в розыск за мошенничество. Его обвиняют в выводе 4 миллиардов рублей. Он переводил деньги по фиктивным договорам купли-продажи валюты на счета подконтрольных иностранных компаний. И по данным следствия, он успел вывести средства незадолго до отзыва лицензии. В апреле этого года суд признал «Интеркоммерс» банкротом. На имущество обвиняемого квартиру в Москве, загородный дом, земельные участки – деньги наложен арест.